Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Первая чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Вторая чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Действительно, прошло 20 с лишним лет, и если 20 лет назад, скажем так, в это трудно было поверить, и многие не готовы были поверить, то я думаю, что вот сегодня уже после всего того, да, что мы знаем про нынешнее российское руководство, в это поверить очень легко. Ну и главное, что вот за 20 с лишним лет не появилось ни одного аргумента против этой версии, да, только за нее. Поэтому я думаю, что вопрос о сентябрьских терактах 99-го года в этом смысле можно закрыть. Мне действительно много раз, ну, за последнее время, за последние полгода, после 24 февраля, задавали вопрос о том, опасаюсь ли я, ну, чего-то подобного, похожего вот сейчас, в нынешних условиях и в связи с войной Украины, с Украиной. И я, в общем и целом, говорил, что нет, потому что уже началась война, и вроде бы ни для чего не нужно уже Путину устраивать эти теракты внутри России, потому что он там все хорошо контролирует, может продать населению абсолютно любую выдумку, пропагандисты все оправдают и так далее. Я должен признаться, что мое мнение изменилось после убийства Дугиной. Вот только-только сейчас. И я вам объясню, почему. Вернее, после убийства Дугина оно, может быть, и изменилось, а вот после заявления Ильи Пономарева я уже серьезно насторожился. И вот сейчас я объясню, почему. Я склонен считать, что за этим убийством стоит ГРУ, причем не ФСБ, именно, а ГРУ. По ряду причин могу объяснить, почему. Я так считаю. В прессу вбрасываются, в интернет, в прессу вбрасываются какие-то разные версии. Отчасти это делается всегда спецслужбами целенаправленно, чтобы сбить народ, как говорится, с толку. Ну, а с другой стороны, сейчас мы живем в такое время, что вбросить версию в интернет ничего не стоит. В чем, как бы, проблема, с которой, как бы, я столкнулся, которую я вижу как реальную после заявления Пономарева? Он сделал достаточно легкомысленное, на мой взгляд, заявление о том, что за этим стоит некая национально-республиканская армия, к которой он имеет некое отношение, да, а именно с апреля 22 года. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас у нас сентябрь наступает. Сентябрь такой месяц традиционно очень-очень длинный, хотя в нем вот такое же количество дней, как и в любом другом месяце. Но вот в сентябре почему-то всегда очень много чего нехорошего происходит. И я вот просто себе представляю, как в сентябре месяце взорвется дом на улице Гурьянова в Москве. И национально-республиканская армия принят на себя ответственность за взрыв вот этого вот дома. И я очень хочу посмотреть на то, что будет говорить в этой связи Илья Пономарев. Вот понимаете, если брать отдельно взятое убийство Дугиной, ну, во-первых, оно вообще нас могло бы не интересовать, будем откровенны, и разобраться в нем трудно, и люди это не очень, как бы, мягко выражаясь, хорошие, ни Дугина, ни ее отец, и можно было вообще не тратить на это все время, да? А вот если предположить, что это первый акт более сложного каскадного проекта,
когда в первый день убивается Дугина и некая группа берет на себя ответственность, а во второй день взрывается дом, и та же группа берет на себя ответственность. А по дороге Илья Пономарев, который себя позиционирует как оппозиционер со связями в украинском правительстве и в Украине, и вроде бы он уже тоже получается тогда либо ответственным, либо организатором, либо уж я не знаю кем, а то вот это создает совершенно другую ситуацию. Я вам скажу, как. Это создает ситуацию, когда в Европе и в Соединенных Штатах немедленно находятся голоса, которые требуют приостановить всю помощь Украине, потому что Украина примешана теперь к терактам против мирных граждан в Москве. Ведь для ФСБ нет проблемы. Они могут заявить, что это лично Зеленский взорвал дома, если они пойдут на то, чтобы эти дома взорвать. И, как я из ваших слов понял, целью будет являться прекращение военной помощи Украине, потому что она не защищает свой суверенитет, она занимается терроризмом. Под таким предлогом будет совершена попытка какого-то теракта. Ну, зная ФСБ, зная вообще Кремль, ничему не удивишься, да? Почему именно инструментарий Национальной республиканской армии здесь нужен? Если нужно это напрямую связать с спецслужбами, что они и сделали. Они, кстати, в убийстве Дугина обвинили напрямую СБУ. Какая-то ВОВ, какой-то с ней там какой-то товарищ какой-то, которого показывают. Очень странный тип. Для чего такая многоходовка? К чему нужна прокладка из российской какой-то милитаристской подпольной организации? Да? Ну, такая ИРА, знаете, ирландская. Зачем это нужно? Ну, смотрите, во-первых, если бы Пономарев находился бы не в Украине, а, скажем так, в Швейцарии, никаких проблем не было бы с его заявлением. Значит, да. Основная проблема с его заявлением заключается в том, что он, находясь в Украине, общаясь там с украинцами, да, имея там свой телеканал, да, то есть как бы, ну, активно работая в Украине, на виду. Но он и гражданин Украины, ко всему прочему. Тем более, да, активно работая в Украине, на виду и у всех, делая заявление, что он не только абстрактно связан с этой армией, это не то, что он сказал, а то, что он оказывает им помощь. Оказывать помощь, как мы знаем, можно разными способами. А если он оказывает им помощь, то получается, что он берет на себя ответственность за действия этой структуры. И, кстати говоря, в завтрашнем круглом столе он, собственно, присутствует, да, и выступает как представитель этой структуры. Ну, мы как ничего... координатор, он там претендует на пост координатора, да. Мы ничего не знаем про эту структуру. Не совсем. Там сказано, что они его уполномочили представлять их интересы. Может быть. Ну, тоже мы ничего не знаем про эту структуру. Есть ли шанс, что эта структура вообще-то создана, не знаю, либо ГРУ, либо ФСБ, либо Пригожиным? Есть на это шанс. И это то, на что мы обязаны закладываться. Вот это, собственно, я думаю, самое главное. Да? Вот на этот вот шанс мы обязаны закладываться, потому что мы не знаем, что это за структура. И если после нашей общей победы над этим гадким режимом Путина, и я согласен, что нет ничего неправильного с тем, чтобы воевать с ним в том числе вооруженным путем, да, а вдруг окажется, или не вдруг окажется, а просто окажется, что эта организация кристально чистая и честная и искренняя, и ее задачи и цели полностью совпадают с нашими, а я как бы первый буду всему этому очень рад. Но я считаю, что в данный момент мы стоим на очень зыбкой и рискованной почве в связи с поддержкой, да, ну, в лице Пономарева, организации, про которую мы вообще ничего не знаем. Значит, повторяю, есть ли шанс на то, что эта структура вообще-то создана спецслужбами России именно для вот какой-то многоходовой провокационной игры? Есть шанс, и пока мы не разберемся в этом, я повторяю, я бы
поосторожничаем, да, и повторяю, мне кажется, что Илья Пономарев пошел на очень большой риск и, может быть, даже совершил непростительную ошибку. Мы это все в какой-то момент, естественно, узнаем. Но, тем не менее, да, вот уже сейчас я опасался бы реальных провокаций. ФСБ, ИГРУ, им не нужно, вы говорили про инструмент, национальная там, армия им не нужна, как этот инструмент, они взорвут очередной дом. Они ведь на самом же деле люди без большой фантазии. Да? Ну, вот, конечно, да. Зачем такая многоходовка? Первая чеченская война – теракты, вторая чеченская война – теракты. Я думаю, что сейчас как бы будут теракты, да, если мы обсуждаем какие-то вот такого типа события, то, наверное, это будут теракты. Другое дело, что если теракты первой чеченской войны были как бы практически незаметными, там несколько убитых всего было, то уже теракты второй чеченской войны – это 300 с лишним убитых, это самый крупный теракт в истории России был тогда. Да? Поэтому, опять же, фантазии у них может быть не очень много, а вот на обострение, на увеличение они всегда с радостью идут. Путин понимает, что блицкригом взять Украину не удалось. Да? Вот он не случайно сейчас будет увеличивать, уже увеличил, допустим, армию. Да? Он понимает, что это все всерьез и надолго. Тактика сейчас будет меняться. Стратегические задачи будут все те же. Тактика, повторяю, будет меняться. И, наверное, там как бы есть люди, их много, которые думают над тем, как, что нужно, да, придумать, чтобы тактически изменить ход войны. Повторяю, я думаю, что самое опасное, что нас может ждать, это организация провокационных терактов, которые вот будут списаны на Украину. Да? И под этим предлогом Россия начнет подключать всю свою агентуру, всех полезных идиотов, которые будут требовать пересмотра позиции Европы и США по отношению к российско-украинской войне. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.